Так, делать нехуй, поем песни, блядь. Ранняя весна, всем привет. Ну, блядь, в игре ранняя весна, по плану у нас февраль. Так, так, что-то громко что ли стало, а это на всю у меня просто. Так, вот технику, которую мы купили, собрали даже урожай. Давайте поедем. А, я забыл, я играл и... Прибавил звук, короче, поэтому показал, что громко. Сейчас, возможно, я его вообще убрал. Поедет на нашу ферму. Да. Так, надо. Как скорость от... А, ну, 6. Ну, 6. И давай, да я драйв, ёпта. Вот, поехал. Так, мы благополучно, насколько я помню, собрали поля и... Я решил сегодня поставить точку на этой игре, потому что она, короче, на самом деле бессмысленная игра. Фермер Симулятор 2013 был в плане этого намного лучше, блядь, этого задроса. Тут, короче, тут ты паши, сажай и все, как бы. Особо ничего не происходит, все однообразное. Плюс мне еще что не понравилось, то что... Короче, сейчас я где-нибудь найду. Вот тут вот рабочие. Можно их, вот видите, распахать. Я выберу. Вот сюда нажимаю на поле. Все, работа завершена. Хорошо. Потом опять рабочие. Обработать. Вот это поле. Раз. Все, обработал. Угу. Ну и... сеять пшеницу, допустим, да? Сеем пшеницу. Работы завершены. Теперь опять мы делаем так же. Спасую. А, вот, все, посеяли пшеницу мы, да. Теперь мы таким макаром новый этап. Вот нам курицы принесли. Бабло. У нас 17 068, да, запоминаемые цифры. А, теперь опять мы нажимаем на механику, выбираем. А, стоп, рабочие. Собрать. Ага. Ну вот, опять новый этап. Опять у нас, видите, на 848 прибавилось. У нас начало лета. Теперь... А, ну сюда нам уже не надо. 5 механик, новый этап. Сейчас дождемся осени, да? А осень тут дождаться очень легко. Итак, у меня фрапс проседает. Так, новый этап. Все, ранняя осень. Все. Мы нихуя не делали, да, и... Так, все, завелись, поехали, проверим это поле, на котором я тыкал, не отходя от трактора, так скажем. И вот, что у нас получилось. Нихера не получилось у нас. Стоп, понял. Ну вот видите, дело даже не в этом. Получилось, не получилось. Возможно, у нас просто... Возможно, семена закончились или подобные. Еще какая-то штука, да? То, что управлять можно вот и отсюда. В принципе. Поэтому я считаю то, что я реально в эту игру я потерял время, да? Я знал, что можно управлять. И можно так вот сезонов 10 откатать и заработать деньги, не отходя от трактора. Поэтому и как бы перспектив в развитии особо-то никакого, да. И поэтому я решил время не тратить, да, лучше себя посвятить каким-нибудь другим занятиям, играм, да. Итак, на этом мы закончим ферм-симулятор. Если вам интересно, в принципе, попробовать стоит. Это все узнать, да. И какие этапы за какими идут. Вот, и ну, что тут еще сказать.
Пробуйте, если не играли, попробуйте. Если играете и думаете, что игра интересна, ну не знаю. Как бы если вы любите топтание на месте, то возможно вам понравится игра. Так, всем спасибо, с вами был Макас. Спасибо тем людям, которые ставят лайки, которые смотрели с первой серии. Да, и продолжают смотреть мои какие-то там другие, да, эти сериалы, так скажем. Вам огромный привет. Те, кто смотрит это видео первый раз, зайдите на мой канал, посмотрите. Возможно, какие-то видео вам понравятся. Не понравится, уйдете, понравится. Можно подписаться. Всем спасибо. С вами был Макас. Всем пока.